Что нужно человеку? Что приведет человека к тому, чтобы он хотел только отдавать на всех уровнях жизни? Что он должен видеть перед своими глазами каждое мгновение? Желание отдавать не приходит человеку, кроме как через его большие и множественные и продолжительные усилия. Происходит это через высший свет, который влияет, воздействует на него, когда даже если он делает искусственные действия, когда нет никакого объединения с другими, он и не хочет отдавать, и не хочет объединяться, но когда он старается все-таки выше собственного желания это делать, то этим он вызывает свет, возвращающий к источнику, потому что делает это против желания. И, ну, в этом и вопрос. То есть, насколько человек действует против своего желания. Этим он вызывает свет, возвращающий к источнику, и этот свет уже завершает работу.